Бывший оперативник, Рико Родригес. После отхода из Медичи его местонахождение не было известно. На его счету свержение глав полдюжины государств. Черная рука встречалась с ним раньше в Сан-Эспириту, где он убил нашего работодателя, Сальвадора Мендозу. Еще раз мы встретились в Медичи, где он сверг Диравелла. Хотя здесь было замешано агентство. Это его куратор, Том Шелдон. Мы узнали, что у Родригеса был личный мотив для освобождения Медичи. Вы уже докладывали мне об этом человеке. Мы готовимся к испытанию, так что можно сразу к делу? Конечно, господин Эспиноса. Разведка предполагает, что он сын Мигеля Родригеса. Моего Мигеля Родригеса? Да. И он здесь, в Солисе. Сейчас. Итак, это супероружие моего отца. Проект Иллапа. Он был добрым человеком, ученым. Не понимаю, зачем ему строить подобное. Мой дядя тоже был хорошим человеком. И оба они погибли. Как много вопросов, да? Пора получить ответы. В одиночку ты не справишься. У меня есть люди, которые могут помочь нам. Мира, я такое уже делал. Здесь все иначе. Я переживу плохую погоду. Это не просто плохая погода, Рико. Если ты только выслушаешь... Мира, план — это список того, что пойдет не по плану. Я люблю короткие списки. Просто готовься. Я подключу тебя к консоли, а ты найди Эспиносу. Он ответит на вопросы, мы уничтожим проект Иллапа. План. Да? Ну... Удачи! Оскар Эспиноса, готовься к разговору. Проверка связи. Слышу тебя громко и четко. Я буду следить за тобой с безопасного расстояния. Путь закрыт. Сможешь перебраться? Ладно, куда теперь? Видишь свет за долиной? Отправляйся туда. Какая здоровая башня! Эспиноса обещает, что она изменит мир, избавит людей от торнадо и ураганов. И большинство жителей Солиса верит ему. Сегодня проект Иллапа перестанет быть проблемой мира. Если твой план сработает. Сработает. Сделано. Хорошо. Двигайся вдоль трубы. Столкнешься лицом к лицу с черной рукой. Мы уже сталкивались лицом к лицу. Выдвигаюсь.
Похоже, мне тут не слишком рады. Черная рука – отлично подготовленные наемники, труд которых щедро оплачивает Эспиноса. Это его личная армия. К тому же весьма сильная. Ха, не такая уж и сильная. Вернуться на позиции. Цель скрылась. Вижу пласты пород. Нет контакта с противником. Перегруппироваться. Без проблем. Я разберусь. Могу подняться наверх. Внимание! Господин Эспиноса просит весь персонал пройти здание. Начинается испытание проекта «Дилма». Найди пульт управления. Тебе лучше не оставаться снаружи, когда начнутся испытания. Почти готово.
нашел пульт управления. Подключи меня, и я... Найду Эспиносу. Подключаю тебя, Мира. Хорошо. Оставайся рядом с пультом управления, или я потеряю связь. Всем поставь. Он продержался так долго. Он непростой человек, господин Эспиноса. Да. Но лучше бы убедиться. Да, господин Эспиноса. Посмотрим, на что способен проект Илапа. Господин. Ядру нужна пара минут для полной зарядки. Задержишь его до тех пор. Говорит командир Моралес, враг на территории. Активировать защиту и лапы, привести артиллерию в боеготовность. Та женщина с Рико в аэропорту. Это та, о ком я думаю? Да. Разберись с этим. С удовольствием. Рико. Рико, это Мира. Пожалуйста, ответь. Мира. Ответь, Рико. Пожалуйста, ответь. Мира. Рико, господи, ты жив. Я потеряла твой сигнал. Да, крюк сломался. И вингсьют, и парашют. Может, и пара ребер. Нужно починиться. Валя Абисма, у меня есть инструменты. Ты где?
В лесу? Не знаю. Передаю тебе свои координаты. Надеюсь, получится. Принято. Скоро увидимся. Дерьмо. Без крюка я словно без рук. Прекращаем поиски противника. Продолжаем патрулирование. Эля Бисма? Просто двигайся. По дороге. Надеюсь, война не дойдет до этих мест. Кажется, это нужное место. И лапа. Впервые вижу нечто подобное. Возможно, Мира права. Мира, я в... Бисма, здешние, видимо, не боятся высоты. Я знаю, что ты не боишься. Я-то нет, но обычно у меня за спиной парашют.
Эй, рад тебя слышать. Как тебе вчерашняя буря? Осторожно. Черт! Что случилось? Все в порядке? Да, нормально. Вертолет черной руки. Дело плохо. Как-то здесь пусто. Половина местных. Жители пытаются сбежать от Эспиноса и его черной руки. Друзья, бегом! Выглядишь ужасно. Вода? Черная рука осматривает деревню. Такое часто бывает? Почти никогда. Может, кто-то напал на их климатическую базу? Инструменты. Спасибо. Не уверен, что уничтожу проекты Лапа сам. Согласна. Я был неправ. Ты права. Это сигнал бедствия. Я не думала, что ты еще работаешь на агентство. Помоги мне. Что делать с лапой? Пока метели работают башни, я не смогу подобраться. У меня есть пара мыслей. Давай. Постой. Слушай. То, что ты будешь сейчас делать, решит судьбу всего сообщества. Я командир Моралес. Много лет я терпела Эль Абисму. Чтобы поддерживать закон и порядок в Солисе, я позволила этому месту превратиться в убежище для преступников и лишенцев. Но прошлой ночью произошла атака на здание проекта Элапа. Преступник действовал по наводке местного заговорщика. Кто это? Габриэла. Она убила моего дядю, когда я была совсем девчонкой. Она знает о нас. Если Мира Моралес немедленно не сдастся, мне придется провести весьма изнурительное расследование. Мы обыщем каждый дом, проверим каждого жителя. И жестоко накажем за любой проступок. Ты... Луис. Где Мира? Где? Я должна их остановить. Габриэла! Отпусти его, сестренка! Ну ты хоть не трусиха. Если бы твой отец видел, каким чудовищем ты стал, его бы стошнило. Ты можешь обсудить свое разочарование с ней в тюрьме, как предатель с предателем. В мой вертолет ее!
Эй, стоять! Нам нужно... Назад! Кажется, мы только что начали революцию. Зря мы втянули в это народ. Они помогут нам уничтожить проекты Лапа. Им понадобится оружие. Да. Дальше по дороге есть завод. Заброшенный. Пустая гильза. Раньше там производили оружие для черной руки. Посмотрим. Луис, так? Организуй народ. Кто хочет сражаться, будет сражаться.
Готов, сержанта? Да, мистер. Мира, мне нужно убедиться, что все работает. Встретимся на заводе. Надеюсь, все получится. Все в порядке. Давай, прыгай. Ха, идеально. Эй, Рико, это Луис. Сержант на связи. Мы с Мирой будем ждать тебя в пустой гильзе. А вот и тот самый завод. Сержант и Изи провели кое-какие исследования. Они помогут тебе тут обустроиться, наведут порядок. Что еще за Изи? Привет, я хакер. Привет. Обнови, что можешь. В модуле ДР. Мира предупредила меня. Уже сделано. У тебя есть модуль ДР? Это как маленький компьютер в глазу. Типа того. Начнем. Ладно, вот твое задание. Нужно запитать завод, но резервные генераторы блокируют двери в электрощитовую. Ха-ха. Задание принято, сержант. Модуль ДР поможет найти цель. Рано или поздно Габриэлла пошлет новые отряды Черной Руки, чтобы остановить нас. Нужно быстрее добыть оружие для людей. Топливные бочки. Получилось. Генератор хорошо защищен. Можешь отключить его?
Думаю, я смогу сорвать обшивку крюком. Теперь, видимо, надо стрелять внутрь. Один генератор готов. Да. Так, осталось еще два. Ты знаешь, где искать. Надеюсь, все получится. Идеально. Эй, Рико, это Луис. В смысле, сержанта на связи. Мы с Мирой будем ждать тебя в пустой гильзе.
А вот и тот самый завод. Саржант и Изи провели кое-какие исследования. Они помогут тебе тут обустроиться, наведут порядок. Что еще за Изи? Привет, я хакер. Привет. Обновишь? В модуле ДР. Мира предупредила меня. Уже сделано. У тебя есть модуль ДР? Это как маленький компьютер в глазу. Типа того. Начнем. Дело за тобой, сержанта. Ладно, вот твое задание. Нужно запитать завод, но резервные генераторы блокируют двери в электрощитовую. Задание принято, сержанта. Модуль ДР поможет найти цель. Рано или поздно Габриэлла пошлет новые отряды черной руки, чтобы остановить нас. Нужно быстрее добыть оружие для людей. Получилось. Генератор хорошо защищен. Можешь отключить его? Думаю, я смогу сорвать обшивку крюком. Один генератор готов. Да. Так, осталось еще два. Ты знаешь, где искать. Готово? Остался последний. Я прослушиваю связь черной руки. Они уже в пути. Поспеши, железка. Отключены. Двери только что открылись. Рика, сюда приближаются вертолеты и пехота. Если не планируем сражаться камнями и палками, нам надо подготовиться. Всем отрядам сохранять бдительность.
иду внутрь. Найди рубильники и сорви их. Придется использовать крюк. А вот и второй. Рубильники включены. Люди черной руки совсем близко. Просто выруби главную панель. Мира.
Мы в деле. Созывай остальных. Жду распоряжений. Давай зададим им жару. Рик. О, ты должен вернуться. Как вовремя ты добыл эти пушки? Черная рука расставляет войска по реке. Нас слишком мало, мы не пройдем. Есть идеи. Ты натворил в трущобах такого, что мы стали солдатами. Больше хаоса. Будет больше новобранцев. Целая армия хаоса. Этого ты хотел с самого начала? Этот остров принадлежит Оскару и Спиносе. Те, кто идет против него, лишаются работы и крыши над головой. Но даже если они попытаются, что они могут против черной руки? У нас общая цель, Рику. Ты поможешь этим людям победить черную руку, а мы поможем тебе добраться до Оскара и Спиноса. Ладно, Мира. Будь по-твоему. С чего начнем? Есть пара идей, Рико. Я отправлю информацию тебе в глаз. Целая армия хаоса. Точно. Армия хаоса. Поехали. Ребят, и мы кое-что для тебя подготовили. Отправляю тебе свои координаты. Эй,
выходи из этой зоны. Я скажу сейчас противнику. Или группироваться. Выдвигаемся. Все по местам. 60 секунд на сборы. Ты устроил засаду? Да. Большинство находок — стандартные боеприпасы черной руки. Но еще там было это. Не знаем, для чего это. Не хотим рисковать. В грузовике осталось еще несколько. Хорошая находка, сержанта. Они пригодятся. Есть отвертка?
Ты что, установишь это на крюк? Реально? Всему можно найти применение. Что будешь с этим делать? О, круто! Черная рука близко! Проклятие. Ладно, я поведу грузовик. Рядом есть вертолет, готовый принять груз. Я за тобой пригляжу. Спасибо тебе, друг. Двигаем! Ты помнишь, что там было? Народ, они идут! Быстрее! Пошли отсюда! Шарик отличный, да? Думаю, может пригодиться. Где ты научился устраивать засады? Вель Абисма, ты появился из ниоткуда. Привет. Боевики Черной Руки даже не успели понять, что произошло. Просто потрясающе! Что? Это что там на дороге? Видимо, тут был бой. Есть идея, Рико? Да, всего одна. Собираешься убрать обломки своим подъемником? Я говорю, вот такие случаи. Думаешь, из меня получится хороший агент? Вроде тебя. Следи за дорогой, сержант. Слышишь? Кажется, с грузовиком беда. Да, по нему слишком много стреляют. Следи за дорогой, сержант. Я думаю, что справлюсь. Мне всегда хотелось сделать что-нибудь важное. Это сложно, сержант. Ладно, ладно. Потом. Снова? Я расчищу дорогу. Примени шарики против гадов из Черной Руки. Используй шарики снова, пока новые не подошли.
меня такой подход, Сажента. Каждый сам для себя стратегию выбирает. Пока что я думаю только о том, как добраться до точки эвакуации. Эвакуации? Твою мать! Надо с ними связаться! Сделаешь, Рико? Хорошо. Тукан! Тукан, говорит Лама! Нужна эвакуация со станции Браво! Станция Браво! Мы об этом говорили! Штаб, у нас чужак внутри перебит. Подтверждаю контакт с планетой. Можно атаковать. Подожди. Рико, ты знаешь, что делать. Наверх и убери эту дрянь с дороги. Задание обязано пройти с некоторыми помарками. Просто соберись, сержанта. Веди, они все прибывают. Полезнейшим человеком для армии, сержанта. Ну, знаешь, я хочу быть в теме, как ты. Знаешь что? Ты уже в теме. Ага. Да, пожалуй, что так. Только посмотрите. Безумие. Штаб, контакт с целью потерян. Что распоряжение? Ясно. Цель где-то рядом. Восстановить контакт с целью. Ребята, черная рука хочет вернуть свой груз. Нужно укрытие! Противник в районе действий. Что происходит? Осторожно! Убей или тебя,
Вот мы на месте, но эвакуировать нас пока еще некому. Мы их задержим, пока вертолет не прибудет. К бою, ребята! Черная рука хочет вернуть свой груз. Все. Дальше сам справишься? Да-да. Да. В армии принято держаться вместе. Да. Слушай, а ты поможешь мне обучать новобранцев? Да, конечно. Пока, сержанта.